Жуткая новость, друзья. Многие до сих пор плачут и никак не могут в это поверить. Буквально несколько минут назад в своем телеграм-канале известный российский телеведущий Андрей Малахов сообщил весьма печальную новость. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши новости каждое утро, друзья. Я благодарен вам за всю ту вашу поддержку, которую вы нам оказываете. Оказывается, сегодня рано утром бригада скорой помощи прямо из театра в городе Москва забрала в больницу известного российского киноактера театра и кино Александра Ширвинта. На данный момент Александр Ширвинт находится в больнице. Оказывается, у актера во время спектакля поднялось артериальное давление. Режиссер театра принял решение вызвать скорую помощь. Сообщается о том, что на данный момент актеру Александру Ширвинту больше ничего не угрожает, и через несколько дней он будет дома. Хотим вам напомнить о том, что это уже не первый случай, когда его из театра забирает скорая помощь. Скорее всего, что Александру Ширвинту будут рекомендовать пройти полное медицинское обследование в больнице. Смотрите наши новости, друзья. Спасибо вам за вашу поддержку.